Дорогие мои любимые коллеги с моей любимой работы, я желаю вам, чтобы вы каждый день оставались всегда такими же яркими, позитивными, эмоциональными, добрыми и чувственными, потому что именно с вашим трудом, именно вашими стараниями и вашими усердиями вы делаете этот мир каждый день чуточку лучше. Оставайтесь такими же и делайте свое дело. Я вас очень люблю. Хочу передать привет своим одноклассникам и маме, а также классному руководителю Ане Геннадьевне. Пользуясь случаем, хочу поздравить своего любимого мужа с прошедшим днем рождения. Любимый Сереженька, желаю тебе здоровья в первую очередь и еще поменьше поводов для огорчения, побольше поводов для радости. Я тебя очень люблю. Хочу передать привет маме и папе и пожелать здоровья, долгих лет и счастья. Торговый центр «Атом» – очень хорошее место, особенно для работающих на 21-й площадке. Центр мироздания старого района. Всем спасибо. Всем привет в этот обеденный перерыв. Хочу передать привет своим друзьям, одноклассникам, своим родителям и пожелать всем удачи на разных соревнованиях. Сергей, от своего имени, от имени нашего доблестного отдела 1325 сердечно поздравляю тебя с наступившим днем рождения. Желаем всего самого лучшего. Самое главное – здоровья тебе, семье, близким, родным, особенно подрастающему поколению, и творческих, всяких, научных и перспективных успехов во всех твоих начинаниях. Всем привет. Я хочу передать привет своей компании. Это Денису Сенчугову, Никите Лыкову, Денису Долбилину, Милане Черновой, Саше Черновой. Ну, короче, всей нашей компании. Хочу передать привет своим родителям, Аль Чараевой, папе Стаценко Валентину. Хочу им пожелать всем здоровья, любви, чтобы у них все в жизни было замечательно, чтобы было много денег, чтобы они не обжигались о несчастную любовь. И хочу пожелать всем добра, и чтобы никто не унывал и не расстраивался из-за каких-то проблем.